Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я приготовлю мясо. У меня вот такие кусочки молодого ягненка. Это бедренная часть. Естественно, я его уже помыла и просушила кухонным полотенцем. Немного соли. Примерно 1 чайная ложка. Одна столовая ложка сушеного базилика. Пол чайной ложки чабреца. Немного орегано. Две столовые ложки оливкового масла. Здесь у меня 4 зубчика чеснока и 3 веточки свежего розмарина. Чеснок раздавить. Добавить к мясу, также добавить розмарин. Все это хорошо перемешать, чтобы все наши специи хорошо перемешались, и оставить мариноваться на 1 час. На сковороде на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки обжарить мясо. Масло не добавлять. Я уже подготовила лук. Здесь 1 луковица. Обжарим до прозрачности. После этого добавим чеснок, который у нас был в мясе. И те же самые веточки розмарина. Как только чеснок и розмарин начнут отдавать аромат, достаточно будет обжаривать. Немного сванской соли. Вы можете использовать любую соль, которая у вас есть. Черный перец. Добавить 1 стакан белого сухого вина и протушить 2-3 минуты. После этого добавить стакан воды
стакан нежирных сливок. У меня сливки 15% жирности. Накрыть крышкой и тушить до готовности. С момента обжаривания и до готовности у меня прошло ровно 50 минут. Обязательно попробуйте на соль и перец. Добавить сок одного лимона. И цедру одного лимона. И еще все вместе протушить 5 минут. Мясо готово. Соус получается очень нежный, пикантный. Немного кинзы. Кинзы много не бывает, очень хорошо подходит к мясу. Еще немного соуса. В этом соусе баранина, ягненок получается очень нежный, вкусным. Мясо без ножа разделяется на волокна, очень нежное и тает во рту. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь в соцсетях. Всем приятного аппетита и до новых встреч!